На канал Экзегет поступил вопрос, грех ли молиться Богу о смерти? Надо ли говорить на исповеди, если мы просили Бога о смерти? Ну, грех ли молиться о смерти? Я думаю, что все же это больше относится к неразумию, потому что мы не знаем, чего просим. Ну, во-первых, мы знаем, что смерти нет, она побеждена. Есть только жизнь вечная, побеждена славным воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что Господь открыл для нас свои райские вечные обители, что смерть является временным успением, и смерть наступает тогда, когда мы к этому наиболее готовы. Она наступает всегда по повелению Божию. Она не бывает случайной, неожиданной, какой-то внезапной. Она бывает всегда задуманной Богом именно в тот момент, когда мы наиболее готовы ее принять, когда мы наиболее готовы прийти к вечности. Поэтому умирают люди не больные, а готовые. Умирают люди не пострадавшие от чего-либо или от кого-либо, а готовые к вечности. Поэтому молиться Богу о смерти, я думаю, что просто неразумно. А молиться Богу о том, чтобы быть готовыми прийти к вечности, и чтобы это было тогда, когда Господь благословит, и чтобы было все не по нашей воле, а по воле Божией, и чтобы мы видели перед собой не смерть, а жизнь. Чтобы мы видели перед собой не тупик, не некий такой предел, когда что-то трудное, скорное прекратится. А когда мы видели только начало жизни. Ведь смерть – это начало жизни вечной, к которому мы готовимся всей нашей жизни, жизнью временной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.